Сегодня на рыбу охотник. Сидеть, ждать следующий наряд. Иначе к ним не подойти. Блять, там возле берега прям плавает. Пойду еще пройдусь маленько по лесу. Смотрите, какая стая. Бодрая пошла. Да. Жалко. Сейчас, короче, заходим на самый остров, на координаты, глубину сразу. Будем ждать налета. Будем ждать налета прилета. Вот табуретку не взял. Табуретка не буду интереснее. Так, на течение мы не стреляем, потому что мы ее не достаем. Вода прибыла. Приблизительно. Второй раз уже эту стаю прогнал. Первый раз проехал на машине, они сидели. Второй раз вот возвращаюсь, они опять сидят. Ёптер магазин, утки тут летают рядом со мной, а я хожу. Вот здорово, прям на меня шли. Поедем. Сейчас разворот дадим, может след возьмем. Нет. Где-то идем. В другую сторону пошли. Крепление надо было другое взять. Надо было. Так летает, мне место себе. Можно посидеть, приготовлю. Еще один вроде идет. Разворачиваю. Блин, над течением летают собаки. Как всегда, летают над течением. Пока, короче, там стоял в кустах, все силы, батарейки сели, короче, подбил 4 утки, вот одна из них уплывает от меня. Сейчас попробую это впереди перехватить спину. Короче,
на спиннинг, рыбка не ловится. Видим. Замечание. Самое важное. Раз пять, наверное, попал мне. Но не цепляется никак. Там поближе сейчас подойдет берег. Стоим, может, попробую зацепить. То, что я говорил, на блесну невозможно утро поймать. Я соврал. Я поймал ее. Она, короче, не уплыла. Короче, не знаю. Вот так вот. Доволен, как удав. Раз 20, наверное, блесной попал по ней. Бесполезно. То, блин, сход, то что. Ну, короче, все, я вот зацепил. Вот на такую блесну клюет. Вот. Доволен просто вообще. Жесть. Короче. Удочка моя. Четвертая. Я его, короче, в лед бил. Он, блин, отрикошетил и прямо на течение. Все, 4 штуки. Сейчас уже я разберу. Уток пишу. Путевку. Чтоб по дороге не было никаких проблем. А то я тут такую канонаду устрою, короче. Не знаю. Промахов, наверное, было выстрелов 10. И вот 4 попадания. Патроны, которые все были дробовые, все перестрелял. Мазила, короче, я еще-то. Так, где у меня? А еще сам прикол, у меня лодка есть с собой. Я ее просто до ужаса не хотел накачивать. Думал, до последнего пытался поймать. Блин, все-таки я это сделал, поймал. Короче, тут, наверное, трясет на всю катушку. Все, ружье в чехол положили. Так, путевку где у меня? Путевку у меня в кармане, у рыбаки рыбачили. Костер остался. Телефон сел, короче, все село. Я вообще не знал, что, как, куда снимать. Думал, домой уже ехать. Как снимал, пошел на лед. Просто со всех сторон утки летели, я прям не успевал перезаряжаться. Хорошо, что у меня не 5 зарядка. Так бы вообще, наверное, все патроны за раз перестрелял. Ладно, что тут, короче, ничего интересного. С путевку заполним. Добычу. Сейчас. Это пирусская, наверное. Это че? Это вот Енисейский район. Так, что покажу, сколько пока готовился. Все, вот у меня 60 рябчиков, 25 уток. 4 я из них уже добыл. Такие дела.